Всем доброе утро! Доброе утро! Катя нас везет в Плайо-д'Аро, там где живут Катины родители. В общем, мы едем. Как видите, Катя за рулем, впервые едет на такое дальнее расстояние. И у нее очень хорошо получается. Прям умничка. А мы тут с Ваньком сзади сидим. Да, Сеня? Тебе как, комфортно? Что-то там тужится, делает всякие делишки. Ну, потом покажем, потому что неудобно здесь показывать. Ну, в общем, он круто. У нас сегодня круто одет. Сегодня в кроссах. Да. Вот, в общем, мы едем. Нам еще ехать где-то, ну, не знаю, минут, может, 30. А, все будешь? Да, я думаю, да. Мы уже минут 30 едем же, да? Я не знаю. Ну, судя по полю, то, мне кажется, да. Так что вот, все. Мы едем. Сегодня будем по морю гулять. По набережной. Да, хочется уже подышать. Тыри-тыри! Как тебе на автописте? На автобане ехать? Хорошо. Хорошо? Страшно немножко, в самую капельку. Грузовики, наверное, да, пугают? Ну да, то, что нужно, ну, перестраиваться, что... Ничего, я научусь привыкнуть. Ну да, опыт, привыкнешь, и мне тоже было поначалу страшно ездить. Я боюсь рядом с ними ехать, так мне страшно. Ну, да, особенно прикольно, когда едешь между двумя посерединке, это очень классно ощущение. Блин, я, наверное, снижается. А, он этот перестроился. Азу, азу! Катя первый раз оплачивает платную дорогу. Как тебе? Отлично. Доеду. У нас просто одну карточку не приняли, поэтому мы вторую. Это, кстати, было и не мне. А, это не тебе, это другому. Да, это не тебе. Слава. Я уже перешивалась. Боже, не успела карточку вставить, уже бибикаю. Ну... Многих недержание, поэтому срочно нужно ехать куда-то. Кстати, по поводу вот этого крепления, многие писали, что это для стекла. Нет, ребят, это именно вот board grip, то есть именно для панели. Но оно не вообще не держится на панели. То есть оно вот такое вот, так вот выглядит, короче, фигня-фигней. Ну, на стекле, естественно, хорошо держится, а вот именно на панели оно отваливается. Либо должна быть панель какой-то, там, не знаю, пластикового материала какого-нибудь. Что у нас кожа? Ну, типа под кожу, да, сделано. В общем, вот так вот. Я, кстати, выкину сейчас эту коробку. Все, ребят, мы, кстати, приехали уже. Катя у нас отлично доехала. На 5 с плюсом. Прям молодец. Я за нее очень рад. Точно? Да. Ну, естественно, было там пару моментиков, каких-то таких там перестраиваний, но этого не избежать, но так вообще, в общем, супер. Мне вначале было страшно, а потом уже нормально. Потом уже в середине, да, поверила в себя. Все, идем. Ну, тут, как обычно, очень классно, уютно, тепло и много туристов. Кстати, Плайо-д'Аро – это один из тех городов, как Барселона, что сюда приезжают круглый год туристы. Потому что остальные пляжные курорты, они только в сезон. Там люди есть. Сюда вот именно любят ездить, ну, на выходные больше, чем среди недели. Так, я надеюсь, ветра не слышно. Ванечка покушал, хочу вам показать его лук. В общем, мы в итоге нашли курточку. Смотрите, какая она такая не толстенькая. Больше на толстовочку. На толстовочку, да, на пуговичках. А, такая беленькая, с мишкой. Штаники. Это бабуля подогнала нам вельветовые. И он у нас сегодня в кедах. И кеды. Да. Улыбашкин и... А нет, не Улыбашкин. Ну, сначала улыбался. Гуляем мы тут, ребят, по набережной, но как-то на набережной ветерочек такой прохладный. Хотя, если вы посмотрите на людей, они ходят в
футболках. Ну, блин, прохладно в футболках ходить. Ну, кому как, в общем. И здесь, смотрите, какой классный комплекс построили, обалденный. Я помню, кто нас давно смотрит, мы тут гуляли и снимали, что здесь стройка. Все, уже построили. Бассейн классный, там одна квартира продается. Ну, эта зона вообще шикарная. Прям, смотрите, вот дом, и бум, и море. Красота. Мы гуляем. Ванечка покушал. Там лежит в колясочке. А мы решили пройтись полностью всю, пройти набережную, вернуться уже по городу. Не ожидали мы, что так будет прохладненько. Ну ладно. Лучше там так, чем вообще никак. Ой, как здесь пахнет по-другому. Вообще красота такая. Мы вышли в город, и знаете, здесь вообще своя атмосфера. Вообще ветра нет. Очень тепло, очень приятная атмосфера. Мы сели... Ой, какая ароматная печенюшка. Сели пить кофе? Давай, я буду. Потом. Поговорить. А то потом Да, мы сели пить кофе. Сейчас мама подойдет. Она там отлучалась по делам. Переживала, что мы уедем раньше, чем она освободится. Вот. Но пока мы гуляли, пока мы дошли до кафешки, мама уже освободилась. Это классно. Так что сейчас посидим, погуляем. Еще такая погода классная. Не могу. И кофе такой. Нет, атмосфера Эквадора очень крутая. Мы, кстати, тут зашли, посмотрели недвижимость. Кстати, за этот магазин надо зайти. И посмотрели недвижимость. Здесь квартиры, в принципе, стоят так же, как у нас в Сан-Хугате. Мы такие с Ваней думаем, блин, если вот брать либо Сан-Хугат, либо вот Плайдаро, то да, мы даже не знаем, где лучше, если покупать, допустим, квартиру, да? Что в Сан-Хугате классно, очень близко к Барселоне, то есть свои плюсы. А здесь море, здесь природа, здесь скалы, здесь тоже по-своему классно. Ну и город разрастается, цены здесь будут только расти. Да, то есть в любом случае, если покупать... Ну знаешь, в Сан-Хугате тоже все строится, разрастается, там просто нереально много сейчас строится. Мне кажется, в Сан-Хугате это уже считается... Пиком? Да. Ну, а вот и мама уже пришла. Мы пересели снова в тачку. Катя у нас едет на прокачку. В общем, как видите, у нас темнеет. И у нас сегодня Катя будет ехать в первый раз ночью за рулем. Да. И у нее прекрасно получается. Я уже об этом говорил. А что, камера поворачивает? Эй! Ищи давай. Во. Кстати, на камере не особо видно, что сейчас закат, но там закат. Да что ты наклоняешься так, камера? О! Там, я думаю, вот так вот лучше видно. Видите, как темно? Камера... Ты что там? Кого ты там увидел? Да, такие глазища. Большие. Что там? Что-то интересное? Или ты засыпаешь? Ребят, мы уже вернулись домой. И мы начали смотреть передачу «Песни». Посмотрели где-то половину. И Катя пошла кормить Ванечку. Ну, она его кормила, сейчас его докармливает. Буду укладывать спать. А я, наверное, тем временем пойду монтировать. Вот. Так как нам завтра рано вставать. Не так, чтобы очень рано, но все равно будем рано вставать, так как и ночью мы встаем. В общем, все, ребят. Увидимся с вами завтра. Я сейчас выключу свет.
и будет темно. Записывайте в цитату. Все, всем пока.